давайте разрежем праздничную ленточку в честь открытия нашего аквапарка. Ленточка разрезается, дамы и господа! Сегодня в Амфибиусе представители каждой адлерской школы. Отметить свой праздник ребята пришли целыми классами. Здесь они не просто окунулись в водную феерию, а стали участниками увлекательного приключения. Дети, ваш сегодня праздник. Поздравляю с этим большим праздником. Каждый год мы встречаемся из года в год, уже 12 лет мы встречаемся здесь с вами. С праздником вас, с праздником! К детскому празднику в Амфибиусе провели небольшую реконструкцию, заменили теплообменники. Теперь температура воды в бассейнах больше, чем комфортная для маленьких гостей. Ребята вдоволь накатались на водных горках, накупались в бассейнах, позагорали, а еще стали участниками развлекательной программы. Праздничную атмосферу в аквапарке создавали морские пираты, а также шоу-балет «Жемчужина» и народный хореографический ансамбль «Роква». Он также является участником благотворительной программы, которую ведет руководитель Амфибиуса, человек года, победитель номинации «Добрые люди» Алла Татулян. Благодаря ее поддержке юные танцоры приобрели необходимые для выступлений костюмы. Нам очень нравится, мы уже тут второй год. Спасибо Алле Волстановне, она наш спонсор. Нам здесь очень весело. Все, что нужно здесь для детям, здесь все есть. Спасибо. Мы приехали классом. Ну, не все, но приехали. Отдыхаем, всем нравится. Мы рады все, что есть такая традиция. Круто! Мы тут бесплатно пришли. Здесь очень круто, здесь весело. На самом деле, мы всей командой по волейболу пришли. В День защиты детей именно дети дали старт новому летнему сезону в Амфибиусе. Ну а следующая встреча в рамках благотворительной программы 1 сентября в День знаний. Традициям здесь не изменяют с момента открытия аквапарка. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.